могут хозяева настраиваться на поражение. Поэтому вот, как говорится, нашла коса на камень. Ну а сейчас поздравляем и Никиту Филатова, который продолжает забивать. И именно 28 номер открывает счет в матче, радуя. Да, вот здесь вот успели. Дали возможность для прохода Никите Филатову. И вот видите, вылезает и щелкает практически из-под защитника. И Карлсон не справляется с этим броском. Продолжает Никита Филатов набирать очки в тольяттинской команде. Это его 13-й балл, 6-я заброшенная шайба. Показатель полезности плюс 2. Почти догнал он Антона Шенфельда, у которого плюс 3. Вот 3 лучших чекиста, самых полезных в составе Лан. Сразу здесь Максим Рыбин, бросок издалека, шайба прошла.